Так, значит, дальше по коридору у нас есть небольшая кладовочка, в которой стоит посудомоечная машина. Это вторая гостевая спальня, также со своим санузлом, встроенными шкафами. Вот, ну и сама непосредственно спальня. Я не буду показывать полностью все, потому что здесь кое-где есть личные вещи. Но... Значит, также свой выход на большую террасу. Так, у нас осталась последняя спальня. Мастер-бедрум. Так вот, она выглядит. Здесь, значит, свои встроенные шкафы, своя гардеробная. Большего размера санузел. Значит, здесь у нас туалет, душевая. Значит, и ванная. Так, здесь у нас очень большого размера комната. Также со своим непосредственно выходом напрямую на эту большую террасу.